Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Да, обзор мы сегодня будем делать по Майнкрафту, да. Это, ребята, у нас карта Титаник. Ну, Титаник, да, такой гигантский корабль был. Да. Сейчас давайте вам покажу, как он выглядит. Я карту скачал эту. Давайте сейчас посмотрим, как Титаник этот будет выглядеть. Смотрите. Давайте по сторону. Вот это, ребята, такой Титаник, да? Смотрите. Смотрите, вот какой он гигантский, просто, ребята. Не знаю, это вообще целый, не знаю, даже как сказать, не знаю, ребят. Вообще крутая карта, давайте вот поднимемся, мы будем в креативке, ребят. Давайте потом мы подзаримем это все, да. Ну, не все, конечно, да, конечно же. Давайте мы на всякий случай. Да, я даже, ребят, не хочу подзаривать. Я хотел бы, конечно, тут долго все это делать. Давайте, ребят, его это посмотрим. Так. Тут заблудиться, ребят, может так. Вот тут у нас такие, ребят, лесенки. Лесенки у нас такие тут, ребята. Тут у нас, о, ребят, тут такие загора, ну и, конечно, смотри, давайте сделаем сейчас. Слава информация установлен, ха. Время, ой, не, нет. Время, день, все, ребят. Такой день, ребят, представьте, мы такие едем, мы загораем, потом, если захочешь купаться, просто вот так, оп, и все, купаемся. Да, ребят, круто, очень крутая карта. Давайте вот сюда посмотрим. Офигеть, о, ребята! О, давайте туда. Офигеть, туда, ребят, как будто, ну, тут, знаете, как будто... Вообще, ой, тут какой-то... Я спрошу. Ой, ребят, тут вообще еще даже какой-то клуб. Офигеть, ребят, тут написано как там... Как там... Угу, клуб какой-то, ребят, тут. Что? Офигеть, ребята, вот это просто карта. Что? Вообще, кто эту карту делал, вообще, что? Просто огроменные просто... Просто офигеть. Я не знаю даже, как сказать словами. Да. Давайте вот сюда вот. Ой, господи, давайте вот это сломаем блок. Я давно начал. Так, ой, вот тут даже вот это такие офисы есть. Круто. Вот, тут прям открытый океан, ребят. Подождите. Давайте нырнем. Это прям открытый океан, да? А, ребята, надо вниз идти. Ладно, давайте не будем это делать, лучше по-другому. Давайте выпустим. Блин, ребят, круто, вообще так, круто. Они написали, давайте что? Сейчас. Так, ой. Нет. Так. О! Так, подойдем. О, стрелок. Вот а ты что делаешь? Вообще, ребят, круто. Очень ты хочешь круто. Попасть в видео или что? И... Так, кстати, посмотри, ребята. Ну, тут были водяные горки даже. И давайте попробуем с ними это, ну, покатиться. Ну-ка, давайте вот с этой. О, можно с этой? Ну-ка. Ой, ребят. Офигеть, ребята, смотрите, как круто. Ой. Что происходит? Куда-то падаю, куда-то падаю. Так, тут так надо идти. Какой? Так. А как пробраться тут? А дальше, ребят, как? Это какое-то что-то дальше как? Куда я сломал тут? А дальше вот? А дальше вот как на... А, надо присесть. Че? Господи, мы зря все сломали. Это все. И зачем они все сюда пришли? Ну, это что, тупик? Что? Они дальше поехали. Ой, ребят, все темно, не понимаю, что происходит, ребята. Вообще не понимаю. А, ну что, нормально, горки. Все, отпустите, отпустите меня. Отпустите меня, отпустите. Куда, ребята? Откуда? О, нормально, ребят, сделали. Ну-ка, давайте вот на этот пойдем. Я не знаю, если они еще будут вставать, то я офигеть, ребята. О, май гад. Давайте тут сломаем. Давайте тут сломаем. Офигеть, ребята! Офигеть! Просто нет слов у меня, ребят. Просто как вообще. Очень круто. Потом жалко, что это подзорвать еще надо, конечно. Ну, ну, может, не будем делать это. Ну, давайте посмотрим, посмотрим еще. Пишите название своего канала и хочешь кушать вафель. Так, что тут? Тек. Аромат его бутерброд. Тек. Ой, ой. Сама, ты че ел? Скор. Тек.
ребят, мы что-то зачем-то разломали все. Мы зачем-то все разломали, не знаю, зачем вообще абсолютно. Абсолютно не знаю зачем, ну просто ну давайте вот так просто вот так. Для тупости просто, ребят. Так сделаем. Ой, взрывается. Ладно. Господи. Нашел. Там все конец нашел, есть, ребят. Ну вообще очень круто. Очень круто. Я застрял где-то. Странно. Окей. Окей. Так, я потерялся, ребята. Так где там? Вот так? Вот так, давайте отпустим. А, вот тут. Вот, ребята, вот. Ладно. Вот, давайте вот тут сломаем. Такой, ничего не будет. Это, ребята, вроде как Титаник. Корабль Титаник. Круто, ребята. Вот зачем он стал? Круто, ребята. Ой, что думал, что-то. Так, а ну-ка, эту, что тут? Вот зачем? Кстати, ссылки в... Подождите. Ссылки в описании будет ее канал. Вот это Кэти. Будет ссылка в описании. А, это, ребят, смотрите, Ребят, кстати, хорошее сделали. Смотрите, ребят. Мэн, это для мужчин получается, да? А тут для женщин. Кстати, где-то, я да? реально тоже. Даже? Что? Нету? Можешь. А, вот, для девочек. Так, ребят, я девочка. Ага, я девочка, ребята. Я ничего нету, я девочка. Так, девочкам сломаем туалет. Ладно, пойдем. О, круто, кстати, сделали. Да. Вообще, ребята. Так, к мальчикам также, да? Короче, не знаю, зачем мы это сделали? Ну ладно. Угу. А я где сейчас? Это где его? Давайте зажжу. Вау, ребята, это где мы? Так давайте подожгем. Ой, горит. Горит, так, да сюда. Кстати, я тоже снимаю. Пойдемте, ребята, пойдемте дальше. Так, а, вот вы как-то зашли и вышли. Окей. Вот тут подзорвем. Дерево, чуть-чуть подзорвем. Да, чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, ребята, подзорвем. Теперь, ТП. Поломал. Ой, ребята, что-то там уже что-то залагало сильно. Вау. Вот, смотрите, все. Блин, жалко как-то даже. Бадам, бред. Да, ты знаешь, мне что-то лагает YouTube, как-то. YouTube, сильно YouTube. Лагает. Ой, ё-моё. Ты что, я знаю. Ты варишь, но я вижу тебя. Офигеть. Так, пойдём. Ты варишь. Ой, вот сильно лагает, ты да? Ты варишь? Ребят, ну крутой вообще. Так это что такое? Кока-кола? И... Подожди, давайте убьем. Ты ванишь вообще? Подожди, давайте это реально. Просто распишем. Сейчас, ребят, давайте сейчас уберем. Кока-кола. И что тут? Давайте Кока-колу хочу я. Ну, Кока-кола, дайте Кока-колу. Эй, слома там Кока-кола. Просто тут написано Кока-кола. Ну что, стакал круто. Тут еще Кока-Кола. Много Кока-Колы у нас что-то, ребят. Ой, так вот, а дальше, нифига себе это. А дальше, как видимо, океан. Не знаю. Давайте дальше про. Ой, господи, ребята, что происходит? Так, давайте откроем. Ребята! Господи! Это что, парковка для машин? Я не понимаю. Да, кажется, парковка для машин. Господи, ребятки. Давайте вот это место подзорвем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, ребята. Вот вообще. Ой-ой-ой, так, ребята,